Сегодня губернатор Никита Белых встретился с выпускниками ВИАТ ГГУ, стипендиатами правительства области. Теперь они должны 3 года отработать в школе. Это первый выпуск по стипендиальной программе, и у выпускников накопилось много вопросов. Что волнует молодых педагогов, узнала Вергина Матевосян. Это первые выпускники пилотного проекта, стартовавшего в 2011 году. Тогда для обеспечения школ и детских садов педкадрами студентам начали предоставлять стипендию правительства региона в размере 5000 рублей. Надежда Пчелина заключила на первом курсе соглашение, по условиям которого должна была хорошо учиться, а после окончания вуза отработать 3 года в школе. Для тех, кто уже осознал себя в будущем, да, на шаг хотя бы вот этот вперед, кто действительно пойдет в образовательное учреждение, да, в моем случае, или там в другое, да, учреждение, тому эта помощь, несомненно, она посильная, хорошая и достойная. Вот. Мне кажется, можно эту помощь предлагать, заключать договора чуть позже, потому как осознания пока нет, и на заключали мы, конечно, в свое время очень много. Из 50 заключивших соглашение, 7 на разных этапах и по разным мотивам расторгли договор. Почему так вышло, предстоит проанализировать для совершенствования программы. Ее нужность сомнений не вызывает, а вот вопросов накопилось немало, которые и задали Никите Белых. Могу ли я поменять место работы или должна проработать весь период в школе, в которой устроилась изначально? Если идет смена, значит, переходите из одной школы в другую, где также есть там потребности, она является, значит, там некой такой горячей там точкой для министерства, это одно, да, то есть понятно, что если вы скажете, что вот в силу там определенных причин вы переезжаете там в то муниципальное образование и хотели бы работать там в том учебном заведении, где там в принципе, такой как бы острой потребности нет. Конечно, эта актуальность для Министерства образования снижает. Интересовали молодых педагогов подъемные. Могут ли они, стипендиаты, рассчитывать на служебное жилье? И чисто женский вопрос губернатору. Зачтется ли декретный отпуск в отработку? Если, значит, девушка, значит, стала мамой, ушла, значит, там в декретный отпуск, потом пришла работать, значит, в школу, и там отношения там продолжаются, ну, замечательно, да? То есть просто понятно, что если девушка, значит, вышла на работу, сразу же ушла в декретный отпуск, то есть и по окончании декретного отпуска срок наших отношений истек, то есть я, то есть, понимаю важность решения демографических задач, с точки зрения решения задач, которые стоят перед образованием, у меня будут, в общем, возникать некие там вопросы, да, то есть, значит, что мы там в этой части задачу не решили. Поэтому спорные, щекотливые, форс-мажорные обстоятельства будут прорабатываться и, возможно, их внесут в условия соглашения. Завершая встречу, глава региона поздравил стипендиатов с получением дипломов и трудоустройством и пообещал, что, как и прежде, правительство намерено следить за успехами и достижениями своих стипендиатов, но уже не в вузе, а на месте работы. Вергина Матевосян, Владимир Подлевских, Вести, Киров.